Меня зовут Екатерина Поздяйкина. Я работаю начальником производственно-испытательной лаборатории консервного комбината. Мое утро начинается в 6 утра. И оно начинается с улыбки. Ну, потому что я считаю, что улыбка заряжает наше настроение на целый день. Я как мама и как жена прекрасно знаю, что от моей улыбки, от моего настроения будет зависеть настроение в моей семье. Ну, а когда я приду на работу, я должна задать этот темп и своему коллективу. И в моем подчинении находится еще 7 прекрасных специалистов. И мой день на работе начинается с короткой планерки. Я прихожу, чтобы узнать, как мои девочки себя чувствуют, все ли на месте. Нам нужно, конечно же, спланировать свой рабочий день, нужно поставить цели наперед, нужно обсудить результаты нашей проделанной работы. И, наверное, если возникают какие-то проблемные вопросы, мы их тоже обсуждаем, и нужно найти пути их решения. На комбинате 15 лет, и не мечтала я быть, наверное, начальником лаборатории, когда была маленькой, как многие девчонки в детстве. Мечтала я быть учителем. Я получила соответствующее образование, и я была учителем химии и биологии. Но так сложилось, что моя судьба занесла меня на этот прекрасный комбинат, и я ничуть не жалею. И если простым языком, нужно гореть на работе, чтобы качественно ее выполнять. Поэтому я так и делаю, поэтому я люблю ходить на свою работу, я люблю людей, с которыми я работаю, и горю своим делом. Каждое утро мы совместно со специалистом по микробиологии проверяем результаты микробиологического контроля каждой партии. Каждый результат, полученный в результате посева, должен быть записан и зафиксирован в журнале бактериологического контроля готовой продукции. Я люблю свою работу за то, что она простым языком позволяет мне делать жизнь людей чуть-чуть вкуснее и полезнее. Мы проверили готовый продукт, пюре из яблока, груши и персика. Содержание сухих веществ в нем 14,8%, что соответствует требованиям законодательства. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.